ПГУ стартовал дополнительный набор студентов. До 21 августа абитуриентов ждут на всех факультетах и филиалах вуза. Так, в Тирасполе поступают будущие медики, юристы, экономисты, педагоги, психологи. Недобор также и на естественно-географическом факультете, факультете физвоспитания, филологическом и в Институте государственного управления. Там обучают социологов и политологов. Жанна – выпускница Рыбницкого лицея, хочет быть психологом. В основной набор не успела, поэтому новой возможности поступить только рада. Мне нравится заниматься детьми. Выбор осознанной профессии? Да. Выбрали какую форму обучения, очную или заочно будете учиться? Очную. У некоторых абитуриентов один диплом уже есть, теперь пришли за новой специальностью. На программиста я отучилась, среднеспециально. Я работаю нянечкой и... решила, что вот надо пойти все-таки на высшее образование. То есть это вы выбрали факультет педагогики и психологии, да? Да. Это второе мое высшее образование, и первое было не закончено. Первое было факультет, медицинский факультет, да. А сейчас выбрали какой факультет? Сейчас выбираю факультет физического воспитания и спорта. Кем себя видите после получения? Реабилитологом. Основная приемная кампания в ПГУ завершилась 20 июля. Тогда в ВУЗ зачислили 3000 студентов, из них больше 1000 на бюджет. Теперь университет принимает только на договорную форму обучения, зато без экзаменов учиться можно как очно, так и заочно. На договорную форму обучения можно поступить без вступительных испытаний на основании оценки из аттестата либо диплома. Можно получить место в общежитии. В Приднестровском госуниверситете высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, интересная насыщенная студенческая жизнь, и по окончании обучения выдается 2 диплома Приднестровского и российского образцов. Только за один день, 12 августа, в ПГУ подали документы 50 студентов. Абитуриентов также ждут в филиалах ПГУ. На физико-технический факультет подать документы можно в Тирасполе по адресу улица Восстания 2А, Бендерский политех по адресу улица Бендерского Восстания 7, прием открытый в Рыбницком филиале ПГУ улица Гагарина 2.